Северсталь завершила серию матчей на своем льду в рамках чемпионата КХЛ важнейшим поединком против хабаровского «Амура». Команды сражаются за более высокое место в рейтинге лиги, чтобы сохранить место в КХЛ. Дополнительная интрига – во главе «Амура» теперь бывший тренер «Северстали» Александр Гулявцев, который впервые в новой должности приехал в Череповец. Я приехал работать. Мне по достопримечательностям не удалось сходить. Раз. Конечно, атмосфера ничего не забытая. Приятно. Первый период прошел без заброшенных шайб, а на 25-й минуте игры «Северсталь» смогла открыть счет. Мощный бросок Вадима Кудака достиг цели. В третьем периоде Юрий Трубачев увеличил преимущество череповчан, забив свой 10-й гол в сезоне образцовым по точности броском. А вскоре цель поразил Иван Захарчук своим фирменным броском со средней дистанции. Картер Эштон забил 4-й гол в быстрой контратаке, а окончательный счет установил Иван Захарчук, оформивший тем самым дубль за секунду до финальной сирены. 5-0 – первая крупная победа «Северстали» в сезоне. Да, давненько не забивал. Были моменты, где-то создавал полумоменты, где-то, может быть, доля фарта, не везло, где-то сам не дорабатывал. Ну, я не расстраивался, это, знаете, главное, что команда выиграла, неважно, кто забил. Ну, сегодня прорвало. Всю игру играли дисциплинированно. Вот, была команда, скамейка живая. Все, что надо для победы. Зрителям спасибо большое, спасибо команде. В чемпионате КХЛ наступил перерыв. Следующий матч «Северсталь» сыграет только 11 февраля в Санкт-Петербурге против СКА. Владимир Сентябрев, Сергей Павлов, новости.